Друзья, всем привет! Нахожусь я в Турции, продолжается наш отдых. И сегодня в этом видео я хочу вам показать то, другую сторону Турции. Вот оно, это море, вот он, этот берег. Ну, здесь, я думаю, купающиеся вряд ли могут это сделать, потому что здесь кругом одни камни. Здесь ездит техника. В общем, сейчас мы заходим уже в ту часть, где у нас постройки очень старые. Поэтому мне эта часть очень больше всего понравилась. И хочу я вам ее показать. Так, ну вот в таких вот тоже хижинах, видать, проживают туристы. Не очень уж, наверное, комфортно в этих местах. Но я думаю, здесь цена гораздо дешевле, чем в наших отелях. Вот, кстати, сейчас я вот пойду вот сюда. Это развалины. Вот здесь сейчас я побываю. Как раз вот туда я направляюсь. Ну, на картинках выглядит все красиво, чистенько, новенько. Но на самом деле все не так. На самом деле это выглядит сейчас вот так. Ничего нового, ничего свежего. Все старое. Ну, я выбрал такое время, когда еще туристы не успели проснуться. А сами работники не успели еще выйти на работу, ну, чтобы не заполонили все эти улицы проходящие мимо люди, и можно было насладиться всеми видами этой древности. Вот еще одни пустые улицы. Красота. Старенькие дома. Ну, это в основном здесь магазины. Второй этаж, наверное, конечно, отели. Но первый этаж везде магазинчики. Так, сейчас мы приближаемся к нашей первой развалине. Не знаю, что это такое. Сейчас вот тут есть плакат, на котором я, надеюсь, смогу прочитать, что это такое. Что это было раньше. Так, к сожалению, прочитать, что это, не получится, потому что нет ни слова на русском языке. Сейчас попробую пробраться внутрь. Темная комната. Непонятно, что за сооружение, но очень высокие потолки. Ну и здесь то же самое. Так, ну что ж, понятно все. Пошли дальше.
продолжаем движение. Вот здесь у нас прачечные. Кстати, они уже работают. Если они вообще закрывались. Вот такая вот архитектура. Прикольная, да? Ну, такие вот дачного типа домики, в которых явно проживают туристы. Так, а здесь, походу, стройка какая-то идет. Угу. Либо восстановление, либо захоронение. О как. Забрался я сюда. Ну, здесь то ли ведутся раскопки, то ли наоборот просто все приостановлено уже очень давно. Так, ну спускаться я туда не буду. Мне кажется, это опасно, потому что здесь камни просто лежат. И по ним ходить не очень-то и удобно. Ладно. Достаточно того, что мы это увидели. Пошли дальше. Так, очередные развалины. Это, мне кажется, есть то место, куда я направляюсь, только с другой стороны, с обратной. Ну, сразу вот видно, что постройки уже свежие, то есть это все сделали для туристов, для того, чтобы туристы могли наслаждаться видами и отдыхать в этих же самых местах. Так, ну пойдемте на другую сторону проберемся. Здесь у нас все за забором, все закрыто под замок, так что пройти мы туда явно не сможем. Ну, так вот издалека хоть посмотреть, что это такое. Так, ну тут у нас лежат камни. А, кстати, она открывается попозже, скорее всего, потому что здесь стоят столы, стулья. Ну, кто-то, видать, уже забронировал это место за собой и зарабатывает на этом месте деньги. Такая вот древность. Пошли дальше. Сейчас мы как раз дойдем к той точке назначения, куда и стремился дойти сегодня. Так, и мне вот интересно было, что это за шестигранник здесь такой лежит в виде стекла. Под ним трава растет. Но, похоже, вечером светится. Интересно вот спуститься вон туда вниз, посмотреть на эти камни поближе. Ну, найдем. Кстати, вон оттуда, наверное, можно будет это сделать. Сейчас я пройду туда и посмотрю. И вот они, эти развалины, куда я и стремился дойти.
Вот, кстати, обратная сторона тех развалин, которые я показывал чуть позже.